Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня очередное видео, присланное мне на почту для вступления в мою закрытую группу, где я выкладываю тренировки по принципу периодизации, циклирования различных мышечных волокон, где мы прокачиваем все типы мышечных волокон – гликолитические, окислительные и промежуточные. Тренируем массу, силу и выносливость. На рельеф, вы помните, можно только правильно питаться. Вы тоже можете сделать подобный ролик, прислать его мне на почту и получить доступ в мою группу совершенно бесплатно. Либо оплатить $250 и вступить в эту закрытую группу. И пожизненно получать тренировки на каждую новую неделю, новую программу тренинга. Всем привет, меня зовут Леонид. Живу в городе Алдан, Саха-Якутия. Мне 35 лет. Хожу в тренажерный зал «Гранит». Занимался раньше года на два по системе Джо Вейдера. От занятий мало было толку. Много времени терял на тренировках. Тренировки были по около 2 часов уходило по времени. Мышцы в основном не росли, то есть упражнения делал впустую. Веса только прибавлял, веса росли, с которыми я занимался, а мышцы не росли. Потом был перерыв у меня где-то месяца, наверное, 2-3, потом снова занимался по 2-3 месяца разными тренировками с интернета. Находил тренировки всякие разные, тоже толку было мало от них. Сейчас вот уже месяца полтора занимаюсь по системе Егора. Как бы вот ноги, ну, делаю основные упражнения. Это тяга, становое приседание, подтягивание, брусья. Вот сегодня 6 января, у меня уже 3-я тренировка. Сегодня вот делал упражнения на ноги, брусья, разминку делал. На разминке делаю на плечи, ротаторные мышцы плеча, или как оно там правильно называется, не помню. Экстензии делаю после упражнений основных. Делаю упражнения на бицепс, на трицепс в кроссовере. Ну вот так вот, как бы, занятия по системе Егора нравятся. Чувствую прирост в мышцах. Начинается, как бы, после упражнений есть ощущение, то что нагрузка была на мышцы. Ну вот так вот, делаю по все, как у Егора написано, по видео. Стараюсь все делать правильно. Ну вот так вот. Всем привет.
вам понравился данный ролик, ставьте лайк. Пишите в комментариях, что понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк. И обязательно напишите в комментариях, что вам не понравилось, с чем вы не согласны. И что, по вашему мнению, должно быть по-другому. Это будет конструктивная критика. Только такую мы воспринимаем. Снимайте свои ролики, присылайте мне на почту. Давайте делать канал интерактивным. Совместно продвигать канал, чтобы он стал действительно народным. Чтобы любая точка зрения на тренинг, на питание, на то или иное упражнение, адекватная точка зрения, была услышана. Потому что каналов, где пиарится, рассказывается о огромном количестве людей, известных или не очень известных профессиональных спортсменов, достаточно. Как у нас, так и на Западе. Давайте делать наш канал простых людей, зачастую даже не стремящихся выступать на соревнованиях, но вставших на путь самосовершенствования души, тела и сознания. А мы с вами увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.